Всем привет, меня зовут Красный Шарик. Смотрите, какая там двигается пила. Еще и зомби здесь. Получай! Ребята, я вам хочу сказать то, что давайте дружить с вами. Пишите мне обязательно в комментарии. И сейчас... Ой-ой-ой-ой, я попытаюсь на них ответить. И чей комментарий не наберет ни одного лайка, попадет в следующую серию. И может быть даже канал этого автора. Так что пользуйтесь, ребята, моментом. А! Так, зомби. Нету зомби? Есть зомби! Так, ну пока что зомби есть, нужно вот так вот сделать. Тут еще перепрыгнуть. Опля. А, ты только на меня нет, не нападай. Да что ж такое? Маленькие вы злодейчики. Опля. Так. А, ты что? Я ж тебе говорю не нападать, а ты нападаешь. Вот ты зомби, конечно. Ну зомби, ну зомби. Тут какие-то лесные чудища, а не зомби. Ну я ж почти успел. Так, а вы туда отсюда будете вылазить, что ли? Давайте я на вас попрыгаю, поразвлекаюсь, как на батуте, смотрите, прыгаю на зомби. А, только он по мне тоже уже успел прыгнуть. Ладно, от зомби мы пока что отстанем и продолжим наше путешествие в этом странном таком, знаете, дремучем лесу. У-ху! Опа, вот это я выкатился. Так, что это у нас тут такое? Что это тут за тросики с деревяшками натянуты? Это специально, наверное, чтобы зомби по лесу передвигали, да? Хе-хе. Да, вот такие вот догадки тут только могут быть. Понастроили тут себе зомби какие-то входы, выходы. Что вы лес мне портите? Так, а ну-ка получи. Вот еще язык показывает. Ну, вообще зомби, конечно. Ай. Так, ниндзя. Ниндзя. Получи. Так, тут ничего я не вижу. А, есть, 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 есть. Сейчас, сейчас. Вот. Фух, вроде бы успешно мы бревно перекатили, да? Так, да что? Куда, куда ты упал? Я что, тебе разрешал, что ли, падать? Ты поплавать захотел, покупаться? Не время сейчас. Нужно зомби зачищать. Ты покупаться тут решил, но ты даешь. Вот. Все, тут мы прошли, ребятки. Так, кто меня тут поджидает? Никто тут не запрятался нигде. Так, тут кнопка. Сейчас мы бревно туда толкнем и, наверное, как-то его используем, да? А как сейчас я вам покажу. Мы можем его вот так немножко накатить. Запрыгнуть на него. Ну только ж нормально, не так как я. Вот, накачиваем, запрыгиваем. От него отскакиваем. И мы уже наверху. И оно продолжает катиться. И сейчас нажмет кнопку и откроет нам вот этот вот проход. Вот, отлично. Проход открыт. Ай, ай. Ты куда ж ты меня бьешь-то? Маленький ты негодяй. Хоп, да. Ой, смешной ты зомбик. Что у нас тут? Кнопка? Так, выдвинулась какая-то штука. А, я до кнопки не допрыгнул, а как мне допрыгнуть теперь? Что, заново что ли? Хорошо, хорошо. Ладно, тогда разгон поберем получше. Все, до кнопки мы как бы допрыгнули, только меня тут зомби ждет. Зомби, ну помоги мне наверх запрыгнуть, а? Вот, спасибочки. Но я тебя, ладно, ставлю тут, живи, тебе все равно недолго осталось. Что, ребята, босс? Ничего себе. Ого, знаете, мне что-то немного страшно. Слушайте, давайте мне поставьте лайк, подпишитесь. Меня это очень стимулирует и поддержит, чтобы сразиться с боссом потом, хорошо? Ну что ж, всем пока. Всем привет, меня зовут Красный Шарик, и мы сейчас будем сражаться с боссом, как я обещал. Так, там еще нельзя прыгать, ну-ка. Ну мы до него не запрыгнем, конечно. Пойдемте посмотрим, что там-то. Ух ты. Почему ты такой серый, почему у тебя зеленый рот-то, а? Да что, тоже зомбированный? Ничего себе, даже несчастный квадрат стал зомби. Вот это да, все-таки повлияли они на лес. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, меня что не задави. Ты же ниндзя, как ты поддался каким-то зомби, а? Ты мне скажи. Ты мне скажи, пожалуйста. Нет, ну пилой ты пускать не разучился, это я уже понял. Вот только зомби, конечно, это плохо. Опля. Ого, вы видели вот этот трюк? Это был супер экстремальный трюк. Так, а что такое? Почему ничего не меняется-то? Все катится, твои эти пилы катятся. Может, тебе надо дать по лбу твоему? Ну? Нет, он продолжает все равно прыгать. Орать на нас, что-то там пытаться нас съесть. Да ты получишь сейчас по лбу своему зомби. О-хо-хо-хо-хо. А! Фух, еле-еле-еле увернулись от этих суперпил. Так. Опля. Кто у нас тут? Получай. Все, вроде бы он нам ничего не сделает.
Так, теперь только эти пилы еще тут на нас нападают. Опа. Хе-хе. Ой, ой, ой. Ну хватит тебе. Так, ну пока что он еще нас ни разу вроде бы не задел. Ай, ты куда своего ниндзя послал? Постального своего скрытого ниндзя. Ты что, думал, я не знаю, что он упадет? Ну, честно говоря, я не совсем ожидал. Пиу-пау. Я уже научился с этими всякими треугольниками и квадратами сражаться. Так что ниндзя мне тут ни по чем. Тем более еще и Валерка мне когда-то в этом помогал. Так. Эй. Ну что ты там будешь сидеть, что ли? Зомби, выходи! Ой, смотрите, зомби застрял. Так. Эй, как мне тебя достать? Только так, что ли? Да, ну ты молодец, молодец. Что, опять? Фух, вот это, конечно, трюки тут у меня происходят. Ой, ребятки, такое хорошее настроение, которое вам и вам желаю. Пам! Отлично. Так, ну, то хватит тебе. Хватит, я тебе говорю. Да когда-нибудь угомонишься сегодня, а? Что ж ты нерадостный такой? Ну все, вы меня вывели, ребята. Вы меня начинаете выводить из себя. А когда шарик... Ох, ты ж... Получай. Когда шарик злой, то он крушит все на своем пути. Да меня только крушат тут потихоньку. Значит, недостаточно я зол, что ли? Странно. Нет, ну ты угомонитесь, вы, а что ж ты такой тяжелый-то зомби? Вообще не могу тебя пройти. Тяжелый босс, однако. Так, ну все. Теперь мы с тобой справились. Так, кто тут у нас? Кто тут у нас такой? Кто тут у нас такой прыгает себе? Ну, ты сюда вылезешь-то? Ты чего, там останешься? Эй! Нет, ну вы представляете, сколько это будет продолжаться? Чего он там сидит, за ним прячется? Ты боишься, что ли, меня? Ну все, давай не сюда. Всё, сейчас я с ним справлюсь, ребята. Это уже нельзя выносить. Так. А вот так, если... Ну, хотя один зомби только сколько нанес урона-то, а? Один маленький зомби несчастный. Сейчас их будет два, и что мне вообще делать? А их может быть целых два зомби. Так, вроде бы справились. Да вы представляете? Так, держимся. Да, проблемный какой-то босс. Что-то слишком он суровый, ребята. Что-то слишком тяжело мне дается-то. Так. Что? А почему у меня жизнь отнимается? Это же я тебя ударил. Так, ну все, сейчас мы его добьем, этого негодяя. Так, один раз его осталось, ребята, один раз его осталось стукнуть. Все, ребята, мы прошли. Взорвался наш босс, этот негодяй. И лес немножко стал пустым. Вроде бы все наладилось, но нас еще ждет завод. Всем привет, меня зовут Красный Шарик, и мы находимся на заводе зомби. Сзади меня охраняют грохострелы, которые будут мне, если что, помогать сражаться с этими зомбачками, вот такими, например. Так. Так, а куда ты там ушел, а? Ну-ка, иди назад. Ты куда ты пошел? Вот, хорошо. Ух ты, сколько вас там, вы что там собрались, а? Вы что там сзади меня поджидаете, вы тут охраняете зомбачков, да? Ого. Вот это неожиданно. Да, представляете, охраняют там зомбачки. Грохострелы, если что, меня спасут. Да уж точно. Так, перепроем этих всех непонятных. Хе, смотрите, действительно зомбачки там стоят. Так, одного мы вроде бы достали. Теперь к этому прыгаем. А, ай-яй-яй-яй. Все, победили мы этих двух малышей зомбачков. Эх, на самый краешек, вы видели? Вот это я рискованный круг. Да. Хопля. Тут что у нас? Ничего. Так, кто меня тут будет ждать? Зомби опять. Ладно. Так уж и быть, и с вами всеми справимся. Куда меня отбросило? Ребятки, я вам хочу напомнить, давайте с вами дружить, чтобы мы с вами стали хорошими приятелями. Ай, лазер меня зарезал. И до этого вы напишите в комментарии какое-то пожелание, или вообще напишите, как вас зовут, например. Я вам отвечу обязательно, ребят. Договорились? Ну отлично, тогда поехали дальше. Так, опять эта дорожка. Эй, куда?
Куда ты меня покатила-то? А, нужно было разогнаться как следует. Что? Ты кто такой? Ты кто такой? Зомбированный подрыватель тут нашелся? Не-н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 е. Так, немножко я переборщил. Немножко я переборщил, ребята. А вот так, если... А вот отсюда самое то будет запрыгивать. Что? Я что, в звездочку укололся? Вот это странно, вот это странно. Так. А! Получай. Так куда ж ты? Куда? Маленькие зомби. Так, лазеры, лазеры. Ой. Ой. Аккуратно, вы куда меня что ли хотите поджарить? Эй, а! Эй, кто у вас тут живет-то? Что вы тут паяете все? Успокойтесь. Ладно, я понял. Без проблем. Что? Ну ты подрывник, еще тот негодяй. Все? Вот это все? Ребята, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Вы поставьте лайк и подпишитесь, и будем с вами дружить долго-долго. Ну что ж, следующая серия довольно-таки скоро. Пока.